Здравствуйте. Сегодня для работы мне потребуется два таких бруса 80 на 80. Вот такой нож со станка, который рубит арматуру рифленую. И вот такое сверло Фостнера диаметром 40 мм. Шлифовальным кругом толщиной 6 мм произвожу заточку под углом 25 градусов. Сверлом ВК-8 сверлю два отверстия диаметром 6 мм. Сверлом Форстнера диаметром 40 мм сверлю отверстие. Дрель мощность 1,8 кВт. Соединил вот так. Заготовку сделал 8-гранную. Здесь заход сделал. Это опорная. Thank you.
Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал.